парке культуры и отдыха Ивановские пруды идет монтаж навеса над скамейками у воды. Теперь в летний зной или в дождь под ним можно будет укрыться тем, кто проводит здесь досуг. После того, как в 2017 году у нас открылся парк культуры и отдыха Ивановские пруды, мы много наблюдали за тем, как жители пользуются данной территорией, какие у них есть предложения, замечания, и старались все их как-то отрабатывать. Смотрели, какие зоны пользуются большей популярностью, какие потребности есть. И вот одна из таких потребностей – это навес. Навес протянется вдоль одного берега Нижнего пруда. Металлоконструкции будут обшиты сибирской лиственницей. Площадь укрытия составит 138 квадратных метров. Монтаж навеса не займет много времени. Тем не менее, администрация парка просит с пониманием отнестись к работам. Новое решение сделает более комфортным, любимое у красногорцев место отдыха.